Автомобиль к нам приехал. Car Price. Это Chevrolet. Настоящий полицейский автомобиль. Да, красота. Автомобилем. Сейчас мы его посмотрим. Ну, расскажите о своем автомобильчике. Каприз 2-го года, 92-го. 5 литров, V8. В стиле полицейской сделан. Вообще, изначально была обычная машина, ввезена в Россию еще в конце 90-х. А здесь уже была сделана в стиле американского полицейского. Нью-Йорк Полис Департмент, сокращение на задней двери. Понятно. А вообще, да, состояние довольно-таки, я бы сказал, для этих годов, да, неплохое. Идеальное. Ну, покажи, что там внутри под капотом. Сейчас открою. На фарах какие-то тут такие, как выступы. Кстати, пластиковое стекло, да? Угу. Пластик стекло. Ух ты. ЗИЛ-130. Да. Рама V8. Классическая схема. Американская. Последний рамный седан General Motors. Выпускался до 96 года. Интересно. Конкурент Ford выпускался Crown Victoria до 2011 года. Да, у нас есть один Crown Victoria в спецроте. Машина резвая очень. Ну да, эти тоже бывали полицейские перехватчики. Больше 260 лошадей, 5,7 был V8, тут 5-литровый. Ну, посмотрим, что у него внутри тут, как салон. Вот так вот внутри все выглядит. Салончик прикольный такой. Ну, посмотрим, что тут у нас. Все в милях, все американцы. Ну да. Коробка трахтомат. Вот она, тяпка стоит. Магнитола заводская. Да. Все функционирует. Вот такой каприз. На двери электропривод сидений, стеклоподъемников, зеркал, то есть все электрическое. Ну, молодцы какие. Американцы. Я когда увидел первый раз, думал, что настоящая полицейская машина. Мы-то их не знаем, да, как да, они да. выглядят. Ну, состояние вообще обалденное. Если она даже деланная, то вылизанная. Отлично. Машинка. Тут тоже стеклоподъемники, блокировка дверей. Это похоже пепельница, да. Ну, в общем, ребята любят комфорт. Угу. И ходу плавная, очень тихо. Ну да, наша длинная. Какая у нее длина? 5 метров 44 сантиметра. Ну, грубо 5,5 метров длина машинки. Багажник. Он, вылет какой, бампер огромный. Он не приведен сейчас, понятно? Не, ну все равно интересно. Ну, да. Это же раритетный автомобиль. Душа владельца газового оборудования стоит. А, тут конечно. И газ стоит. Да, не очень. Ну, багажник тут такой, что тут 2 человека поместятся. Да, спокойно. Баллон надо убрать, порядок навести, и отлично. Вот такая вот машина. Ладно. Спасибо. Спасибо вам. Всем привет. Интересно. Так что вот такие автомобили еще есть. Есть любители, кто их восстанавливает. Ну, вот покажу. Чтобы было видно сбоку. Все плоскости, все выведено, покрашено, отполировано. Прям изумительно. А гладишь и аж приятно. В общем, красота такая. Шикарный автомобильчик, конечно. Это вот есть такие ребята-любители, кто это все восстанавливает. Ну, вот такой короткий репортажи. Да, чувствуется моща.